хороший был соперник, хорошую игру нам показали. Очень энергичная сегодня игра была, быстрая, все, никто не хотел уступить. Все играли на победу без ошибок. Вот. Начали, конечно, неважно, но потом вошли в игру. Первая половина была, конечно, тяжеловата. Соперник нас где-то переигрывал, но потом мы не уступали ни в чем. И, в принципе, показывали ровную борьбу. Но немножко не повезло футболистам. Твоя первая игра за Салават, нервничал? Ну да, где-то, конечно, были эмоции. И плюс соперник принципиальный такой был. Интересный матч. Ради таких игр стоит играть, вот, проверять себя. В принципе, хороший получился матч, раз повторюсь. Ребятам спасибо. Вот, будем двигаться дальше. Соперник принципиально, потому что твоя родная команда? Ну да, можно так сказать. Достаточно много провел в этом клубе. Вот, начинал свою карьеру профессиональную. И поэтому, конечно, было интересно показать себя и сыграть с ними против них. Много ребят знаю оттуда, вот. Поэтому, да.